Йоу, хулиганы, всем привет! Вы на канале Ребята, а вы любите фокусы? Лично я очень сильно, я даже умею делать один, смотрите, ребят. Офигеть, да? И сегодня мы будем смотреть топ невероятных фокусов. Идею для видео я украл у Мистер Биста, все равно никто не знает, кто это такой, поэтому никто не догадается об этом. Смотрим первый фокус. Фокус называется левитация. То есть этот парень умеет летать? Не может быть. Он говорит, подождите, ребятки. Офигеть! Он что, показывает свой джунджук им? Или он все-таки взлетел? Пока непонятно. Я надеюсь, нам покажут его ноги. Парень такой, вау, вот это джунджук! Как ты это сделал, говорит этот парень. О, боже мой! Ты как это, повтори еще раз это. А все пацаны такие, вот это да, вы видели, как он летает. Зачем я вам перевожу это? Он говорит, мне нужно время, я могу вам показать левитацию, но мне нужно подготовиться. Покушать много бобовых бобов, и на пердильной тяге я взлетаю. Подождите, что он делает? Что он делает? Он снова показывает свой джунджук, офигеть! Честно говоря, нам походу за все видео ни разу не покажут его ноги, и мы... А, не, вот, покажут, смотрим, ребят, смотрим, вот сейчас он покажет. Поехали. Показывайте ноги. Он реально взлетает. Офигеть! Я думаю, это все не по-настоящему, я не могу в это поверить. Это 100% гребаная ложь. Никогда никто, запомните, из людей не будет летать. Кроме этого парня. Так, следующее видео называется Pulling Out Stranger Teeth. Он, короче, будет вырывать свои зубы, или я плохо знаю английский. Ну, короче, смотрим. А, он говорит, я вырву тебе зуб, только доверьтесь мне. Серьезно, чувак, я бы, если бы мне вот так какой-то рандомный мужик с камерой подошел и сказал, я сейчас вырву тебе зуб, я бы бежал, я бы не стоял, как эта женщина, не смотрел бы в небеса, блин. Беги! Что такое? В смысле? Он говорит, ты мне доверяешь? Она говорит, да, конечно. Что не так с этими людьми? Бегите, блин. Стоматолог — это очень дорого. Интересно, кого из этих людей он выберет? Возможно, его. Он очень симпатичный. А, нет, вот эту женщину. Беги! Он говорит, расслабься. Серьезно, чувак, расслабиться? Ты засунул грязные руки ей в рот и пытаешься вырвать ей зубы. Расслабиться? Окей. Он облизал свои руки и засунул ей в рот. Подождите, дайте мне немножко прийти в себя. То есть он вырвал ей зубы, а потом плюнул в лицо. И зубы встали на место. Ладно, теперь я видел все. А следующее видео называется Дэвид Блейн стреляет себе в лицо. Я надеюсь, YouTube меня не забанит. Если что, YouTube, это все понарошку. Пожалуйста, не бань меня за это. А, он ловит пули с ртом. Ладно, окей. Я оставлю ссылку на это видео, но если что, вы увидите только мою реакцию, если ему реально в лицо будут стрелять, чтобы меня YouTube просто не забанил, окей? Пока ведется подготовка к этому фокусу, и они пробуют это на манекене, то есть сможет ли манекен споймать зубами пулю? Это вряд ли, конечно, но сейчас посмотрим. Да, у этого парня все шансы на успех, конечно же.
Это вот этот чувак, вот этот мужик, который плевал женщине в лицо, он будет ловить зубами пулю. Отличная идея, мамин, ты умница. Он, короче, поставил вот эту штуку, как у боксеров, я забыл, как это называется, вот так вот. Чтобы, типа, зубы не выбило, понимаете? Чтобы пуля зубы не выбила. Да, это 100% сработает. Молодец. Мне интересно, о чем думает вот этот чувак, который будет стрелять. Он такой... Ну, я это делаю чисто по приколу. Один раз живем, поэтому почему бы и нет. You're about to see is one of the most famous effects in magic. It's called the bullet catch. Many magicians have died trying it. So do not try this on your own, because it is very dangerous. Этот чувак говорит, сейчас вы будете смотреть на самый опасный фокус среди магов. Многие маги после этого выполнения, ну так сказать, больше не показывали фокусы. Значит, он, вот он поставил капу, говорит, сейчас получится. Вот мужик уже приготовился стрелять. Смотрите на мою реакцию, вы поймете, получится у него или нет. Смотрим. Я хочу сказать, что ему просто стрельнули в железную банку. Ну, я сказал слово «просто», на самом деле ничего не просто. И я думаю, ну, так он не споймал ртом, ему стрельнули в рот. Ладно, отличное видео, надеюсь, YouTube меня не забанит на пожизненно. Следующее видео называется «Just give me a quarter». Just give me a quarter. I got a quarter right here. You know how people change the consistency of metals? No. What? Consistency, like if you squeeze something, if you squeeze a piece of metal, Короче, он говорит, дайте мне, пожалуйста, четвертак, и я вам покажу фокус, который перевернет полностью вашу жизнь. Consistency, like if you squeeze something, if you squeeze a piece of metal, it heats up. That's obvious. Yeah. But look, watch. Бро, если ты такой голодный, просто купи себе круассан или какой-то бутерброд. Не стоит кушать металл и пугать девчонок на районе. Я не понимаю, магия существует или в какой реальности это было снято? Она говорит, я иду домой. Братан, я бы шел сразу в психиатрию какую-то, чтобы меня вылечили, и я развидел эти чудеса. Это вообще что такое, блин? А следующее видео называется Sidemen's God to Talent. Так, здесь, значит, фокус левитация мужчины. Этот мужчина в пиджаке заставит летать вот этого мужчину, который лежит. Звучит как бред. Говорит, поспи немножко, дружок. Посыпал на него соли немножко. Так, ты его готовишь или он сейчас взлетит? Этот чувак говорит, а можно уже обратно? Мне страшно. I'm shook. Okay, nice and still. Black people want me to fly. Чувак говорит, черные люди умеют летать. Эй! Не, это какой-то, это фантастика какая-то. Такого не бывает, блин. Ну что ж, ребята, оказывается, магия существует в нашем мире. Вот это, конечно, небольшие такие открытия, которые перевернули мой день сверх на голову, ребят. А вы знали, что магия существует? Напишите об этом в комментариях. И какой фокус вам понравился больше всего, тоже напишите об этом в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Ты сидишь на диване, кто-то ломает спагетти в игре про спагетти, часть вторая. Теперь в игре про спагетти стало всего в 2 раза больше! В игре появилось в 2 раза больше крутых блогеров, в 2 раза больше крутых питомцев. У нас даже пельмень есть. Круто, да? Покупай крутые предметы и выбирай сам, как будет выглядеть
Твоя блогерская комната. Тотальная кастомизация. Теперь в нашей игре про спагетти появилась карта. Теперь ты можешь сломать спагетти не только у себя в комнате, но еще и в школе. Фу, школа, отстой. Ломай спагетти на свалке. А вот это клево. Если ты скачаешь игру про спагетти прямо здесь и сейчас, тогда ты сможешь сломать спагетти прямо здесь и сейчас. Так чего же ты ждешь? Ссылка в описании.